Я прошел все суды. По просьбе Акима все суды шли и грабили народ в Слободке. Которые строители заключали договора, было все в норме, благодарили и уходили, получали квартиры или дома покупали. А у нас загнали в суды, суды шли по просьбе Акима. Я никогда не просил, я падал с голодухи в детстве, никогда не просил куска хлеба. И он мне так парафинит. Я хочу, чтобы разобрались и разогнать в Акимате эту банду рэкетеров. Мой дом на расстоянии 6 метров, 7 твои. Все, спасибо.